Для конкурса дети читают стихи. Рагунина Влада, 12 лет, город Томск, лицей номер 143. Стихотворение под названием «Матушка Русь». Автор Алена Рябинка. Для тебя, Россия мать, много песен излагали. Ты позволь и мне вначале о любви своей сказать. Я люблю тебя, матушка Русь, за твою красоту неземную, за добро и душевность людскую, низко в ноги тебе поклонюсь. Ты видала и радость, и горе, но всегда непреклонной была. Убить душу свою не дала, сходить по глохаму в неволе. Я люблю тебя, матушка Русь, я люблю твои земли и реки, не расстанусь с тобой я вовеки, перед храмом твоим помолюсь. Куполов отражение в глазах растревожит российское сердце, Русь искала для веры все средства, утопая в крови и слезах. Я люблю тебя, матушка Русь, ты в судьбе легкий путь не искала, пред врагом на колени пала и нашла в жизни праведный путь. Я верю, час рассвета грядет, Бог увидит твои вековые страдания. Ведь не зря излагалось в старинных писаниях, что земли возрождение с России придет. Я люблю тебя, матушка Русь, ты с надеждой, любовью и верой. Защити нашу землю от скверны, да поможет Господь тебе пусть. Благодарю за прослушивание.